Brendan Fraser or something. So. Так, друзья, в общем, узнали все, что могли узнать. Находимся сейчас в Стокгольме. Вот это вот место называется у нас, вот этот адрес, точнее, Södermalmsallén, если я правильно все прочитал, 36. Здесь находится такая вещь, которая называется Skatverket. Вот это как налоговая, типа такого получается. Вот здесь, в общем, если хочешь открыть фирму в Швеции, то приходишь в этот Skatverket. Есть, конечно, платные услуги. То есть ты можешь позвонить, там, нанять адвоката, найти там юриста, кого угодно. Вот консультация стоит около... Часовая консультация минимум стоит 500 крон, то есть минимум 50-60 евро. Это минимально. Вот, а можно самому прийти вот по этому адресу, или только, и не только по этому, в Skatverket просто прийти или набрать в интернете. И в любую информацию, все, что хочешь узнать, вот открываешь фирму, все, что ты хочешь узнать, ты можешь бесплатно узнать. Ты не просто получаешь, вот 2 часа они сейчас рассказывали, как ты открываешь фирму, что ты делаешь, сколько ты налогов платишь, какие обязанности, какие правила. То есть полностью они дают расклад, и кроме этого ты можешь спокойно спрашивать все интересующие тебя вопросы в любом направлении. Вот именно этим в данный момент мы здесь и занимались. Такие дела. Это я после того, то есть у меня уже сейчас общая такая система получилась, что я спросил у знакомых, спросил у друзей, узнал, как все здесь открывается. Потом я был у адвоката, у юриста, я вам его тоже покажу, у Фредерика. Вот, и сейчас прошел такую последнюю, скажем так, лекцию, вот, в которой полностью все тоже объясняется. Все, ты все поняла? Да. Да. Отлично. Что-то новое мы узнали, того, что мы... Валом. А, валом узнали. То есть полезная, да, реальная информация? Да. Ага. Если, допустим, человек хочет открыть фирму в Швеции... А, самое интересное, что здесь еще вот сейчас она говорила на шведском. Ну, и он, и она. Есть еще на английском, да. То есть любой человек, который знает английский, может сюда прийти. Кроме этого, есть для тех, кто плохо говорит на шведском. То есть 3 варианта такие. На русском, к сожалению, пока нет. Но если вы знаете английский язык, вы тоже можете прийти и полностью вам всю информацию дадут, вот, чтобы начать свое дело. А вообще, насколько я понял, чтобы начать свое дело, самое простое, это надо начальная сумма открытия. Вообще стоит 1300 крон. Да? 1200 крон. То есть 130 евро примерно, чтобы открыть. Не обязательно. Что не обязательно? Не обязательно 1200, ты можешь не платить. А, можешь и не платить, а как? Это только если ты хочешь имя, название фирмы, не такое. Например, если у тебя... Тут есть такая форма предприятия, угу, когда ты являешься юридическим лицом и физическим лицом в одном. Угу. Тогда это предприятие регистрируется на тебя с твоим персональным номером, то есть твой персональный номер – это тот же, что и фирма персональный номер, получается. Угу. Ты, в общем, одно лицо, то есть 2 лица в одном. Тогда надо платить, и ты, да, не хочешь, например, брать какое-то имя, то есть ты хочешь называться Анзор, грубо говоря. То есть свое имя. Или, да, или Вася Пупкин, тебя зовут, и ты хочешь называться, твоя фирма будет Вася Пупкин. Фирма Вася Пупкин, все. Так и будет называться, твоим именем. Тогда не надо платить ничего. Но если меня зовут Анзор, я хочу, чтобы Анзор ТВ было, то мне уже надо будет платить, да? Да. То есть за приставку ТВ мне надо будет... Фирма, если ты не хочешь платить, у тебя нет какого-то названия, то фирма называется твоим именем и фамилией. А, просто как бы твое частное. Ну вот мы сейчас то, что хотим сделать, Анзор ТВ, официально регистрацию, все вот эти темы проделать, правильно? То есть нам в любом случае надо будет платить первый взнос, это будет 130 евро. Так, 1200 крон. Ну, да. Правильно получается? Такие вот дела. Что ж, пока все. Друзья, буду выключаться.
находимся в Стокгольме. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.